Аида Ильгизовна Тарзиманова, она не первый раз у нас сегодня выступает, она уже несколько раз была на наших сессиях, вот, и она сегодня будет рассказывать об антиаритмической терапии. На самом деле тема неизбывная, и мы ее никак не победим, эту аритмию, несмотря на все современные ухищрения. Пожалуйста, вам слово. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, глубоко уважаемые коллеги, большое спасибо, что пригласили меня на заседание Московского общества терапевтов. Это всегда для меня очень приятная и большая честь быть докладчиком на таком высоком медицинском собрании. Уважаемые коллеги, сегодня я хотела бы вам рассказать о современных принципах антиаритмической терапии фибрилляции предсердий в рамках последних рекомендаций Российского общества кардиологов и последних рекомендаций зарубежных, Европейского общества кардиологов и американских. Безусловно, на сегодняшний день фибрилляция предсердий остается наиболее распространенным нарушением сердечного ритма. Появление этой аритмии всегда сопровождается, конечно, ухудшением качества жизни наших пациентов и, безусловно, ухудшением их продолжительности жизни, потому что возникновение и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, и длительно персистирующей формой, и постоянной и хронической формой аритмии всегда сопряжено с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Именно поэтому в лечении фибрилляции предсердий на сегодняшний день выделяют три основных направления, три основные стратегии, которые все врачи-кардиологи, врачи-терапевты, врачи общей практики, безусловно, хорошо знают. Вот, мы знаем их и очень достаточно широко применяем на сегодняшний день антикоагулянтную терапию, которая позволила действительно улучшить качество жизни наших больных, и мы видим улучшение продолжительности жизни, потому что количество тромбоэмболических осложнений на фоне приема антикоагулянтов, безусловно, значительно уменьшается. Но всегда достаточно сложным выбором для доктора, который ведет пациента с фибрилляцией предсердий, является назначение или антиаритмического препарата, или пульсоряжающей терапии, ну, в большинстве случаев это бета-адреноблокаторы, которые позволяют не просто сохранить синусовый ритм, не просто улучшить качество жизни пациентов, но во многом позволяют фактически профилактизировать развитие прогрессирования хронической сердечной недостаточности, потому что мы все с вами хорошо понимаем, что синусовый ритм для любого пациента лучше, чем фибрилляция предсердий, а каждый пароксизм, к сожалению, приводит к более выраженной дилатации полости левого предсердия и к ухудшению при длительном персистировании, ну, сократительные функции миокарда не только предсердия, но и желудочков. Поэтому, безусловно, назначение либо пульсоряжающей терапии, либо антиаритмической терапии фактически основной своей целью преследуют не только улучшение качества жизни и не только уменьшение частоты желудочковых сокращений, либо сохранение синусового ритма, но и гораздо более значимую проблему, как профилактику развития аритмической кардиомиопатии, то есть та кардиомиопатия, которая сопряжена с длительным персистированием фибрилляции предсердий. Кому показано практически всегда, кому мы говорим о том, что есть абсолютные показания для длительного приема антиаритмических препаратов. Прежде всего, это пациенты, у которых каждый пароксизм фибрилляции предсердий сопровождается достаточно яркой клинической симптоматикой. Это те пациенты, которые вызывают скорую помощь, когда у них возник приступ аритмии. Почему? Потому что у них значительно усиливается одышка, у них может снижаться уровень артериального давления, они испытывают чувство внутреннего дискомфорта и чувство тревоги при развитии этих нарушений сердечного ритма. И, безусловно, вот изменение именно их самочувствия является основным показанием для назначения, ну, любого антиаритмического препарата. Если мы с вами выбираем тактику контроля ритма, то есть, по сути говоря, стараемся как можно дольше сохранить синусовый ритм этого пациента и как можно дольше, в общем-то, уберечь его от развития пароксизма фибрилляции предсердий, то перед нами всегда возникают два очень серьезных лечебных вопроса. Первый вопрос – какими антиаритмическими препаратами или же
альтернативными методами лечения, мы можем восстановить синусовый ритм, если пароксизм сейчас у него регистрируется. Да? В основном, конечно, этот вопрос возникает прежде всего в условиях стационара скорой помощи, когда пациентов госпитализируют в связи с тем, что на электрокардиограмме у него возник, например, впервые выявленный пароксизм фибрилляции предсердий. И второй момент – это когда наш пациент вызывают скорую помощь, и при приезде бригады скорой помощи также мы видим регистрацию фибрилляции предсердий, и возникает всегда вопрос, чем восстанавливать синусовый ритм. Если мы говорим о том, что пароксизм фибрилляции предсердий у нашего пациента длится не более 48 часов, это вот очень значимая продолжительность этого приступа. Почему? Потому что при коротком пароксизме именно до вот этого момента, до 48 часов, мы с вами можем восстанавливать синусовый ритм вне зависимости фактически от наличия или не опасаясь развития каких-то тяжелых тромбоэмболических осложнений. И только у тех пациентов, которые четко ощутили, когда этот пароксизм возник, то есть они знают, что этот приступ длится несколько часов. Да? Вот эта тактика, конечно, выбора, она будет, безусловно, правильной, потому что длительность пароксизма во многом определяет тактику лечения. Вот если мы с вами знаем о том, что длительность пароксизма не превышает 48 часов, и состояние пациента достаточно стабильное, мы не видим значительного снижения уровня артериального давления, то при стабильной гемодинамике на сегодняшний день наиболее популярными препаратами в нашей стране являются два антиаритмических препарата. Ну, безусловно, врачи стационаров скажут о том, что в большинстве случаев при госпитализации стационар восстановление синусового ритма будет происходить при внутривенном назначении амиодарона. И действительно, в подавляющем большинстве случаев большая часть наших пациентов будут проводить медикаментозную кардиоверсию именно при назначении нагрузочной дозы внутривенного введения амиодарона. Вторым альтернативным препаратом, который, мне кажется, на сегодняшний день может являться препаратом выбора, особенно для лечения на догоспитальном этапе в условиях скорой медицинской помощи, это внутривенное введение антиаритмических препаратов первого С-класса. И в нашей стране, конечно, наиболее таким хорошо изученным препаратом является препарат пропофенон. Уникальность молекулы этого препарата состоит в том, что на сегодняшний день мы используем два вида его введения. Это либо внутривенное болюсное введение пропофенона, если речь идет об остром приступе пароксизма фибрилляции предсердий, когда мы прибегаем к восстановлению в условиях либо стационара, либо при вызове скорой медицинской помощи. И второй очень интересный и очень такой значимый метод восстановления синусового ритма, который действительно очень популярен среди больных, у которых часто возникает фибрилляция предсердий. Это самостоятельное восстановление синусового ритма при приеме таблетированных препаратов, то есть нагрузочная доза антиаритмического препарата, но который принимается внутрь именно в виде таблеток. Какие на сегодняшний день вообще антиаритмические препараты прописаны в наших рекомендациях Российского общества кардиологов? Ну, безусловно, все мы знаем и хорошо, в общем-то, имеем достаточно пролонгированный опыт введения амиодарона. Вот, этот лекарственный препарат относится к антиаритмическим препаратам третьего класса. Он может применяться у достаточно широкой категории пациентов. Это больные и страдающие хронической сердечной недостаточностью, но, к сожалению, амиодарон, безусловно, при особенно введении нагрузочной дозы, имеет ряд побочных эффектов, ну, как любая доза нагрузочного антиаритмического препарата, вот, которые, к сожалению, связаны с развитием достаточно тяжелых жизнеугрожающих аритмий, с удлинением интервала QT, ну и в ряде случаев развитием брадикардии. Пропофенон – очень эффективный лекарственный препарат, и мы сейчас с вами посмотрим результаты нашего достаточно большого российского исследования, которое доказывает действительно хорошую, очень высокую эффективность пропофенона. Среди очевидных преимуществ этого препарата, безусловно, стоит сказать о том, что восстановление синусового ритма происходит быстро.
И если мы с вами восстанавливаем синусовый ритм при внутривенном введении пропофенона, средняя продолжительность восстановления составляет от 30 минут до 60. То есть это действительно быстрое восстановление синусового ритма, что очень удобно, ну, на догоспитальном этапе, да, при восстановлении, например, бригады скорой медицинской помощи. Среди противопоказаний, конечно, необходимо отметить тяжелую, декомпенсированную хроническую сердечную недостаточность. Вот этим пациентам пропофенон мы назначать не будем. И вообще все другие антиаритмические препараты первого С-класса противопоказаны при наличии тяжелой хронической сердечной недостаточности. И, конечно, нельзя назначать эти лекарственные препараты у пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. Среди лекарственных препаратов, которые широко используются для медикаментозной кардиоверсии, ну, уже несколько лет используется наш отечественный российский препарат Рефролон. Среди преимуществ этого препарата можно говорить о том, что действительно очень быстро происходит восстановление синусового ритма. Препарат имеет достаточно высокую эффективность, но среди недостатков сразу скажу о том, что этот препарат, который мы используем только в условиях реанимации, под очень пристальным наблюдением за электрокардиограммой. Существуют специальные алгоритмы введения Рефролона именно в условиях кардиореанимации. Почему? Потому что, к сожалению, этот препарат может вызывать достаточно серьезные побочные эффекты, прежде всего проаритмогенные эффекты, и иногда регистрируются и желудочковые нарушения ритма. Вот поэтому действительно препарат имеет достаточно высокую эффективность, но и среди недостатков явление именно наличие достаточно широкого спектра побочных эффектов и необходимость применения только в условиях, я еще раз повторю, именно кардиореанимации под постоянным мониторингом артериального давления и, конечно, электрокардиографии. Ну и наш хорошо изученный препарат, который мы достаточно длительное время с вами широко использовали. В настоящее время он менее популярный, это препарат новокаинамид. Длительное время он был действительно, наверное, единственным препаратом, альтернативным препаратом для лечения пациентов на догоспитальном этапе. Но опять же могу сказать, что уход от этого препарата связан прежде всего с проаритмогенным действием. Это злополучное удлинение интервала QT, и возможность, вероятность высокой достаточно развития желудочковых нарушений сердечного ритма. Поэтому, уважаемые коллеги, на сегодняшний день, если мы с вами будем говорить о выборе того или иного антиаритмического препарата для купирования пароксизма фибрилляции претензий, или по-другому мы правильно, наверное, это будем называть, для проведения фармакологической кардиоверсии, то, конечно, речь будет идти, ну, в основном о трех лекарственных препаратах. Это внутривенное капельное введение амиодарона нагрузочной дозы, внутривенное введение пропофенона или прием нагрузочной дозы этого лекарственного препарата внутрь, ну и в условиях, конечно, кардиореанимации, это назначение препарата Рефролон. И вот результаты исследования Прометей-Инск, которое было проведено в течение достаточно небольшого периода времени, но охватило очень большую группу пациентов, было включено всего 312 пациентов. В этом исследовании проводилась оценка эффективности и, что не менее значимо, безопасности нагрузочной дозы двух лекарственных препаратов, а именно сравнение эффективности и безопасности внутривенного введения амиодарона и внутривенного болюсного введения вот как раз препарата пропофенон. Уважаемые коллеги, посмотрите, что на протяжении первых нескольких часов эффективность амиодарона была достаточно ниже, и она действительно была, составляла чуть более 60%, чем при сравнении с эффективностью пропофенона. И вот действительно очень важным фармакокинетической характеристикой этой молекулы пропофенона является то, что синусовый ритм останавливался быстро. Количество побочных эффектов, которое было зарегистрировано при введении вот, нагрузочных доз этих лекарственных препаратов. Ну, у амиодарона количество побочных эффектов было чуть больше. И здесь вот как раз на этом слайде мы видим среднее время купирования пароксизма фибрилляции претензий. Да, выражено оно в минутах. И если для амиодарона эта средняя продолжительность времени составила практически 2 часа, а мы знаем, что примерно треть наших пациентов могут восстановить синусовый ритм к концу только первых суток после назначения амиодарона, то вот среднее время восстановления синусового ритма при приеме нагрузочной дозы пропофенона составляло примерно 22 минуты. То есть действительно это очень быстрое восстановление
которые мы с вами можем очень хорошо регистрировать и на догоспитальном этапе при регистрации повторной электрокардиографии. Основными выводами исследования Прометей-Инск было заключение о том, что инъекционное введение, то есть болюсное введение пропафенона является эффективным и безопасным антиаритмической терапией и может быть альтернативу внутривенного введения амиодарона у пациентов без тяжелой органической патологии сердца. Таких больных, безусловно, у нас с вами достаточно много. Вот, и мы уже знаем о противопоказаниях, которые мы не будем применять, да, для антиаритмических препаратов первого C-класса. Поэтому это действительно очень хороший и эффективный антиаритмический препарат. Второе назначение пропафенона. Ну, вот, расчет количества препарата мы будем вести, конечно, из единицы массы тела. Рассчитывается он 2 миллиграмма на килограмм массы тела, поэтому, ну, если средний наш пациент будет весить около 70-90 килограммов, то мы с вами понимаем, что количество ампул, которые мы должны будем сразу болюсно ему ввести, составляет примерно 4-5 ампул, поэтому действительно, ну, такое быстрое введение фактически в шприце этого лекарственного препарата. Многие доктора спрашивают, а что делать, если синусовый ритм, ну, вдруг у нашего пациента не восстановился через, например, полтора часа. Вот через полтора-два часа мы повторно можем вводить ему такую же болюсную дозу. И, как правило, ну, более 95% пациентов все-таки восстанавливают синусовый ритм вот при внутривенном назначении вот этого лекарственного препарата. Второй очень интересный назначением, опять же, антиаритмических препаратов первого C-класса является эта стратегия «таблетка в кармане». Применяется она очень широко у тех пациентов, которые уже имели опыт успешного восстановления синусового ритма под контролем электрокардиограммы, то есть, ну, либо в поликлинике, либо в условиях стационара. То есть если нашему пациенту успешно первый раз восстановили синусовый ритм, ну, может быть, при внутривенном введении, например, пропафенона, или же если он принимал нагрузочную дозу пропафенона, то повторно мы можем рекомендовать использовать эту нагрузочную дозу в таблетированном виде дома самостоятельно. Абсолютно, ну, безопасный и очень удобный для большинства наших пациентов способ восстановления синусового ритма. Вообще название стратегии «таблетка в кармане» появилось примерно уже 15 лет назад. С начала 2000-х лет эта стратегия достаточно активно развивается, но могу сказать, что вот в период пандемии за последние 3 года мы видим, что количество обращений по поводу повторных пароксизмов, то есть по поводу рецидива пароксизма фибрилляции предсердия, оно существенно снизилось среди наших пациентов, и связано это с тем, что больные опасаются вызывать скорую помощь, опасаются госпитализироваться в стационар, если даже у них возник пароксизм фибрилляции предсердия, потому что они боятся просто заболеть коронавирусной инфекцией, заразиться, да, в медицинском учреждении вот этим вот злополучным ковидом. Поэтому большинство наших пациентов пытаются принять нагрузочную дозу антиаритмических препаратов дома. Еще раз скажу, это те больные, у которых, конечно, уже были когда-то, да, эпизоды успешного восстановления синусового ритма. И в рекомендациях абсолютно четко прописано, причем высокий класс рекомендаций, это класс 2А, о том, что пациентам, не имеющим тяжелой органической патологии сердца, многие доктора уточняют, а что подразумевается под этим понятием, да, отсутствие тяжелой органической патологии сердца. Это пациенты с артериальной гипертензией, это больные с ишемической болезнью сердца, но без признаков постинфарктного кардиосклероза. И обязательные условия, конечно, сохранной фракции выброса левого желудочка. То есть это пациенты, у которых нет систолической хронической сердечной недостаточности, да, с низкой фракцией выброса левого желудочка. Вот таким пациентам назначать нагрузочную дозу для купирования приступа аритмии самостоятельно дома мы, безусловно, можем и будем это делать. Почему? Потому что многие пациенты очень широко используют эту тактику лечения. Вот, и, в общем-то, она позволяет значительно меньше обращаться в стационар, значительно реже вызывает скорую медицинскую помощь, и эти пациенты очень часто самостоятельно, правильно лечат себя. Вот как раз, в общем, такое правильное обучение пациентов дает очень хорошие результаты в увеличении именно качества жизни. Второй очень важный вопрос, который мы, безусловно, с вами сегодня будем обсуждать, что делать в той ситуации, когда синусовый ритм нам удалось восстановить,
что дальше мы будем назначать, да, какие наши действия для лечения этого пациента. И поэтому на сегодняшний день, вот 2020 года, были сформулированы основные 6 принципов антиаритмической терапии. Это формулировка наших российских рекомендаций. Я считаю, что это очень удачная формулировка. Фактически основные советы докторам, которые ведут длительно пациентов и наблюдают за пациентами, у которых есть пароксизмальная или рецидивирующая форма фибрилляции предсердия. Ну, во-первых, целью вот длительной, продолжительной антиаритмической терапии является все-таки уменьшение симптомов фибрилляции предсердия. То есть если эта аритмия была случайной такой находкой по данным суточного мониторирования ЭКГ, мы можем не назначать длительную антиаритмическую терапию. Эффективность антиаритмической терапии, как правило, не бывает очень высокой, если мы будем длительно наблюдать нашего пациента. Вот, и поэтому, возможно, через 6, а уж тем более через 12 месяцев, ну, примерно треть наших пациентов будут говорить о том, что у них пароксизмы фибрилляции предсердия все-таки были. Да? Поэтому вот даже не полное отсутствие аритмии, а урежение частоты приступов для нас будет являться достаточно высокой эффективностью антиаритмической терапии. Если один антиаритмический препарат, который мы назначили, оказывается неэффективным, в такой ситуации мы можем прибегать либо к комбинации антиаритмических препаратов, мы сейчас с вами рассмотрим, какие возможные комбинации есть, либо вторая ситуация, что мы можем с вами прибегать к очень хорошей ситуации, когда один антиаритмический препарат мы меняем на другой с надеждой на то, что он увеличит его эффективность. Да? И вот очень важное замечание и очень важный принцип антиаритмической терапии, к сожалению, для большинства антиаритмических препаратов опасаемся мы развития, ну, и именно аритмических побочных эффектов, проаритмогенных побочных эффектов, но самое главное, экстракардиальных побочных эффектов. Я говорю, конечно, о длительном применении амиодарона, потому что мы знаем о том, что этот препарат, к сожалению, является достаточно, ну, имеющий неблагоприятный профиль безопасности, обладает большим количеством, большим спектром экстракардиальных побочных эффектов. И, конечно, в первую очередь мы должны с вами при длительном его приеме думать о том, как бы нашему пациенту не навредить. Поэтому вот самым главным принципом является последний постулат, да, который имеется в наших современных рекомендациях. Безопасность прежде всего, да, а не столько даже эффективность, должна быть в первую очередь определять выбор антиаритмического препарата. Ну, уважаемые коллеги, я всегда очень люблю этот слайд, потому что большинство из нас, мы хорошо очень осведомлены о том, что есть альтернативные методы лечения аритмий. Я говорю о хирургическом методе лечения и, конечно, о проведении процедуры радиочастотной абляции, потому что электрофизиологические методы сейчас очень широко внедряются в нашу клиническую практику. И вот какая есть альтернатива, какой выбор, да, антиаритмических препаратов? Ну, большая часть наших пациентов – это больные, либо страдающие артериальной гипертензией, либо есть пациенты, у которых мы можем диагностировать просто идиопатическую фибрилляцию предсердия. Нет какого-то тяжелого заболевания сердца, а нарушение ритма есть. Таким пациентам, конечно, мы будем в первую очередь все-таки стараться удерживать синусовый ритм при приеме, постоянном, ежедневном приеме антиаритмических препаратов первого С-класса. Да? Это прежде всего, конечно, пропофенон. Если он не помогает, то альтернативой этого назначения возможно проведение катетерной абляции. У пациентов с ишемической болезнью сердца, мы с вами, если этот больной не имеет тяжелой хронической сердечной недостаточности, да, если нет постинфарктного кардиосклероза, также мы можем рекомендовать на назначение антиаритмических препаратов первого С-класса и до назначения амиодарона обсудить с больным возможность проведения радиочастотной катетерной абляции. Да? Ну и у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, вот с низкой фракцией выброса левого желудочка, единственным препаратом, который мы могли бы назначить, является препарат амиодарон. И вот в этой ситуации эффективность процедуры радиочастотной катетерной абляции чрезвычайно низкая, то есть вероятность рецидива очень высока, поэтому у больных с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, ну, фактически единственным методом лечения аритмии, да, удержания синусового ритма, на сегодняшний день остается амиодарон. Какие абсолютные показания для проведения радиочастотной катетерной абляции? Ну, это фактически, ну, можно сказать, здоровые люди, у которых нет низкой фракции выброса левого желудочка, нет очень выраженной дилатации полости левого предсердия, но у которых был прием антиаритмических препаратов первого и, может быть, даже третьего класса,
он оказался неэффективным, и вот тогда таким пациентам мы, конечно, будем рекомендовать проведение вот электрофизиологических методов лечения. В рекомендациях на сегодняшний день существуют три основные группы лекарственных препаратов, три вообще препарата, да, которые используются именно для длительного приема пациентами и для длительного удержания синусового ритма. Могу сразу сказать, что достаточно популярный препарат цитолол на сегодняшний день, он несколько утратил свои активные позиции, и сейчас это класс рекомендаций 2А. Из-за чего? Ну, прежде всего из-за того, что, к сожалению, даже назначение длительного большой дозы цитолола сопряжено с развитием проаритмического действия, поэтому прием цитолола обязательно должен находиться под наблюдением и мониторированием достаточно частым интервала QT, уровня калия в крови и клиренса креатинина. Да? Поэтому на сегодняшний день, если существуют альтернативы какие-то назначения, ну, прежде всего, это, конечно, антиаритмические препараты первого С-класса, то лучше назначать нашим пациентам именно препараты первого С-класса. Почему? Потому что профиль безопасности у этих препаратов значительно выше, чем у цитолола. Ну и вот очень хороший слайд, который я всегда люблю показывать, это слайд очень известного аритмолога Владимира Леонидовича Дощицына, который показывает нам, а какие группы антиаритмических препаратов мы можем комбинировать для того, чтобы улучшить нашу терапию и повысить эффективность, да, удержания синусового ритма. Уважаемые коллеги, ну вот могу сказать, что второй класс – это наши любимые бета-адреноблокаторы, и вот сочетание или комбинация бета-адреноблокаторов как с антиаритмическими препаратами первого С-класса, да, это в первую очередь, конечно, пропофенон, это цизин даже, вот, либо с антиаритмическими препаратами третьего класса, я говорю, конечно, об амиодароне, абсолютно сочетаются и возможно. В ряде случаев обычно любят это назначать электрофизиологи после проведения процедуры радиочастотной катетерной абляции. Возможно сочетание антиаритмических препаратов первого С-класса с третьим классом. Вот. Четвертый класс – это веропамил или дилтиазем, который тоже возможно сочетание как с антиаритмическим препаратом первого С-класса, так и с антиаритмическим препаратом третьего класса. Но наиболее такие правильные и предпочтительные комбинации – это комбинации с бета-адреноблокатором. Поэтому не бойтесь, действительно, такая комбинация, безусловно, возможна. Единственное, что могу вас предостеречь, о том, что доза бета-адреноблокаторов не должна быть максимально переносимой. Желательно, чтобы это была среднетерапевтическая доза как бета-адреноблокаторов, так и среднетерапевтическая доза, конечно, антиаритмических препаратов первого С-класса или третьего класса. Каким образом нам правильно переходить с приема одного антиаритмического препарата к приему другому? Ну, все зависит, конечно, от периода полувведения нашего лекарственного препарата. Для большинства антиаритмических препаратов первого С-класса период полувведения достаточно короткий, составляет от 6 до 8 часов. Поэтому возможна абсолютно отмена препарата и назначение любого другого антиаритмического препарата со следующего дня. Здесь достаточно все просто. Вот мы меняем этот препарат, то есть, например, мы хотим отменить нашему пациенту, ну, например, этоцизин и назначить ему амиодарон. Да? Мы отменяем этоцизин, сегодня он его принял, и со следующего дня, с завтрашнего дня мы можем назначить амиодарон. Если мы хотим перевести в обратную сторону, то есть наш пациент принимал амиодарон, а мы хотим ему назначить другой антиаритмический препарат. Вот здесь должен быть перерыв. Ну, лучше, желательно, чтобы наша новая лекарственная терапия, то есть наш новый антиаритмический препарат, пациент принял на третий день, то есть 48 часов необходимо для того, чтобы амиодарон, ну, его период полувведения достаточно пролонгированный, вот хотя бы несколько снизилась концентрация амиодарона в плазме крови, если наш пациент длительно его принимал. Да? Вот поэтому вот, вот эти правила перевода антиаритмической терапии одного лекарственного препарата на другой фактически зависят от продолжительности периода полувведения. И вот эта таблица, которая нам с вами очень может понадобиться и является достаточно такой информативной таблицей для врачей, именно аритмологов, кардиологов, безусловно, для врачей-терапевтов, который нам говорит, подсказывает о том, что, смотрите, препарат его первого С-класса имеет короткий период полувведения, до 10 часов. Эти лекарственные препараты не кумулируются, имеют низкую органотоксичность, поэтому кратность их приема составляет, ну, по одной таблетке 3 раза в день. То есть мы достаточно часто их будем назначать нашим пациентам.
Препараты третьего класса, в первую очередь, конечно, речь идет об амиодароне. Посмотрите, насколько изменяется период полувведения. Если мы говорим о внутривенном введении, он составляет примерно 21 час. А вот если наш пациент принимал амиодарон длительно, несколько недель или даже несколько месяцев, то здесь период полувведения может составлять 20 дней. То есть длительно препарат еще будет находиться в плазме крови. Почему? Он, к сожалению, кумулируется в тканях, и поэтому, конечно, имеет высокую органотоксичность. Да? Поэтому, учитывая короткий период полувведения, ну вот антиаритмических препаратов первого С-класса, прежде всего пропафенон, ну, в нашей стране популярен именно пропанорм, он должен, может приниматься длительно и без перерывов, да, и не имеет тяжелых экстракардиальных побочных эффектов. Поэтому на сегодняшний день вот антиаритмические препараты первого С-класса в большинстве случаев имеют, конечно, преимущество в профилактике фибрилляции предсердия. Это препараты выбора для купирования нарушений сердечного ритма и профилактики антиаритмических событий, профилактики, прежде всего, фибрилляции предсердия у пациентов без грубых органических изменений сердца с сохранной фракцией выброса левого желудочка. Ну и буквально два слайда я хотела бы просто показать о тех лекарственных препаратах, которые мы с вами можем назначать для контроля ритма. То есть это чаще всего те пациенты, у которых есть постоянная или хроническая форма фибрилляции предсердия, или мы сочетаем бета-адреноблокаторы, то есть пульсоудержающую терапию, с антиаритмической терапией для удержания синусового ритма. Ну, посмотрите, какие в современных рекомендациях нам даются основные, в общем-то, тезисы, да, основные такие правила. Ну, во-первых, бета-адреноблокаторы, и в том числе дилтиазем и даже веропамил, рекомендованы пациентам, у которых есть сохранная фракция выброса левого желудочка более 40%. Если фракция выброса левого желудочка низкая, то есть у нашего больного есть тяжелая хроническая сердечная недостаточность, то антагонисты кальция ему нельзя назначать. Поэтому препараты, возможные для назначения, конечно, в первую очередь, бета-адреноблокаторы. И в ряде случаев, вот фактически единственное, наверное, такое активное назначение возможно, это, конечно, сердечных гликозидов. Ну и, пожалуй, мы назначаем в этой ситуации сердечные гликозиды, дегоксин, не для того, чтобы улучшить его фракцию выброса левого желудочка, а только с пульсоудержающим эффектом, брадикардитирующий эффект, да, снизить частоту сердечных сокращений. Возможно, комбинация препаратов, то есть комбинация бета-адреноблокаторов с антиаритмическими препаратами, ну, например, третьего класса, да. Какие целевые значения? Меня все наши молодые доктора-ординаторы спрашивают, а если мы назначаем больному с постоянной формой мерцательной аритмии, они называют, да, или постоянной формой фибрилляции предсердия, какая в норме должна быть частота желудочкового сокращения? В рекомендациях она указана 110 ударов в минуту, это высокая частота. Вот, конечно, мы с вами не добьемся частоты желудочкового сокращения, там 60 ударов в минуту, но если на фоне хорошей дозы бета-блокаторов вы добиваетесь частоты 90 ударов в минуту, это прекрасно, да? Поэтому, ну, целевые цифры – это не менее 110 ударов в минуту, то есть если выше, надо увеличивать дозу бета-блокаторов, да? При неэффективности комбинированной терапии возможно выполнение абляции атриовентрикулярного узла. Ну, фактически, конечно, это уже электрофизиологические методы воздействия с имплантацией искусственного водителя ритма. Ну и вот эта схема, которая фактически повторяет эти клинические рекомендации, где мы с вами четко можем понять, что если у пациента нет какого-то заболевания сердца или есть артериальная гипертензия, и мы лечим больного с длительно персистирующей и хронической формой фибрилляции предсердия, то, конечно, ему показаны бета-адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью возможно назначение бета-блокаторов или, особенно у пациентов пожилого возраста, дегоксина. Да? И вот единственным препаратами выбора для лечения бронхообструктивных заболеваний легких будет, конечно, верапамил и дилтиазем. Уважаемые коллеги, ну и в заключение своего выступления я хотела бы обратить ваше внимание на вот наиболее значимые перспективы развития вообще лечения нарушений сердечного ритма и, прежде всего, конечно, фибрилляции предсердия в будущем. Я думаю, что в будущем, конечно, аритмия будет лечиться гибридным методом. Что это такое? Пациенту, вероятно, все-таки, особенно пациентам средней возрастной группы с сохранной фракцией выброса левого желудочка, будет проводиться электрофизиологические процедуры. Чаще всего, конечно, это проведение радиочастотной катетерной абляции. Но вместе с этим наш пациент, конечно, будет принимать
а антиаритмическую терапию. И вот это наиболее высокоэффективный метод лечения, в большинстве случаев относительно безопасный для пациента, который, конечно, позволит длительно удерживать и сохранять синусовый ритм. Благодарю за внимание. Спасибо. Вы, конечно, несколько переговорили лишнего, но учитывая, что сегодня вы в единственном числе, спасибо, я не стал вас прерывать. Спасибо большое. Извините, Павел Андреевич, за регламент вышло, да? Ну, куда там. Хорошо. Так, вопросы. Одному пациенту восстановили синусовый ритм и ничего не назначили. Другому пациенту после восстановления синусового ритма назначили амиодарон. Или пропофенон. Так вот, кому назначать длительную терапию, кому не назначать? Уважаемый коллега, если вы восстановили синусовый ритм, на ближайшие 3 месяца все-таки назначать антиаритмическую терапию надо. Вот, я считаю, что это обязательно. Дальше все зависит от того, возникнет в эти 3 месяца у него пароксизм или нет. Желательно, если у пациента нет тяжелых СН, назначать антиаритмические препараты первого С-класса, то есть не амиодарон, а пропофенон, ну или другие препараты. Да? Если у него есть низкое снижение фракции выброса левого желудочка и выраженная хроническая сердечная недостаточность, конечно, единственный препарат – это амиодарон. Поэтому если у больного был пароксизм фибрилляции предсердия, 3 месяца он антиаритмическую терапию все-таки лучше, чтобы принимал. Антикоагулянты? Это все зависит от шкалы ЧАРС-2-ВАСК. Если есть высокий риск, если есть баллы от 2 и выше, конечно, антикоагулянты он обязательно принимает с первого дня. Да. Так, чем купирует возникший на фоне профилактического лечения пароксизм фибрилляции? Никаких ограничений нет. Даже если этот пациент пьет ежедневно, например, 200 мг амиодарона, это среднетерапевтическая доза, вы назначаете ему также абсолютно нагрузочную дозу, как и другому любому пациенту. Да? Либо из расчета 2 мг на килограмм массы тела антиаритмический препарат первого С-класса, либо до 1000 мг кардорона в сутки вы можете ему назначить при внутривенном введении. Поэтому здесь тактика не меняется. Не бойтесь, если он принимает постоянно антиаритмическую терапию, он не принимает ее в нагрузочной дозе, поэтому у нас есть с вами большой запас для назначения этих лекарственных препаратов. Как вы относитесь к комбинации алапенина с аталолом? Плохо отношусь. Объясню почему. Сатолол достаточно высокой проаритмогенностью обладает, поэтому в этой комбинации я бы сатолол заменила на бета-блокатор. Вот, поэтому вот эта комбинация, мне кажется, она гораздо более опасна. Вот, это антиаритмический препарат первого С-класса алапенин и третьего класса сатолол. Вот, поэтому желательно сатолол здесь заменить на бета-блокатор. Любой бета-блокатор высокоселективный. Можно ли использовать данные современных гаджетов умных часов для ранней диагностики нарушений ритма, имеет ли какую-то ценность для врача данные, полученные с них? Уважаемый коллега, конечно, да. Вообще, это, мне кажется, сейчас очень активно развивающаяся тема. Если гаджет, некоторые даже способны записывать электрокардиограмму, говорят, что есть умные часы, наверное, это от таких хороших брендов, вот, которые одноканальные ЭКГ, то есть второе стандартное отведение, они пишут с запястья. Вот, и такая запись, она, конечно, будет информативна. Вот, если нет записи кардиограммы, а есть просто частота сердечных сокращений, конечно, это сложнее, потому что это не всегда может быть фибрилляция предсердия, просто может быть синусовая тахикардия. Но, тем не менее, знать о том, что вот такие пароксизмы есть, мы, конечно, благодаря этим умным гаджетам, безусловно, будем. Поэтому я считаю, что это тоже очень такой хороший метод развития. Я продолжу вопрос, поскольку вы упомянули тему таблетки в кармане, то это впрямую развитие нашей давней идеи об ответственном самолечении. Да? И ответственное самолечение подразумевает под собой, сегодня уже подразумевает очевидно, под собой дистанционное ведение пациентов. Вы как, во-первых, к этому относитесь, вообще к дистанционной медицинской помощи? Во-вторых, как вы видите, развитие себя в этой вещи. Вы, может быть, пользуетесь этим, кстати говоря.
Уважаемый Павел Андреевич, вы знаете, вот, наверное, первый эпизод, если у пациента возник, и он абсолютно нигде не обследовался, то есть у него нет ни ЭКГ никакого, ни эхокардиографии, я, конечно, все-таки всем пациентам настоятельно рекомендую, ну, появиться где-то, либо амбулаторное звено, либо стационар, вот, для того, чтобы выполнить эти рутинные методы исследования. Если наш пациент повторно испытывает нарушение ритма, я считаю, что дистанционное лечение вполне возможно. Вот. И для большинства пациентов, вы знаете, оно очень эффективно и хорошо помогает. Конечно, пациент должен быть, ну, такой хорошо комплаентный, то есть он должен следовать нашим рекомендациям. Если это такой пациент, то он очень хорошо идет на дистанционном общении, вот, на антиаритмической терапии, которую мы ему подобрали, поэтому я считаю, что это, конечно, очень хороший альтернативный вариант, по крайней мере, для активно работающих людей, безусловно, так. А вы используете? Использую, и еще раз повторю, если мы уже этого пациента, ну, хоть раз в жизни видели, сделали ему... Нет, понятно. Да, холтер, эхо, да, конечно. Используем. Да, это мы используем. Угу. Потому что мы слышим все время о том, что ни в коем случае нельзя этого делать, никто из врачей этого не делает, и вообще это только личное общение. Только понюхать нужно больного. Нет, понятно, что если это впервые возникшая аритмия, то тут, ну, на мой взгляд, всегда надо госпитализировать. Просто там же все что угодно может, да, быть за этой аритмией. Да. Давайте будем откровенны. Вот. Понятно. Еще вопросы?